Лариса Семенова, преподаватель истории в цивильской школе, победитель республиканского конкурса «Учитель года» и участница всероссийского. На одном из ее уроков побывала и наша съемочная группа. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Кто был первым князем на Руси и почему Олега называют вещим? Сегодня ребята знакомятся с историей Древней Руси, причем делают это по новым методикам. Мы начнем собирать наш пазл. Берем нашу первую фигуру, по которой вы сейчас выполняли задание, и начинаем построение. Каждый пазл – это часть карты Древней Руси. Справились с заданием? Получите новую часть. Вот так в игровой форме школьники запоминают основные вехи истории. А чтобы разобраться в правителях, Лариса Сергеевна придумала оригинальный способ. Ребята пишут небольшие четверостишья. У Олега был славный конь, в бою он был словно огонь. Он славян объединил и византийцев победил. Такой способ обучения дает результаты. Урок истории – один из моих любимых предметов, потому что это уроки интересные. Лариса Сергеевна очень увлекательно рассказывает нам о новых темах. Мы понимаем ее, и нам легко даются писать контрольные работы. Для меня большая честь учиться у одного из лучших учителей страны. И это действительно так. Лариса Сергеевна преподает историю 14 лет. Ее ученики – призеры и победители Олимпиад. И сама она – постоянный участник конкурсов. В сентябре Лариса побывала в Сочи на Всероссийском учительском форуме. Я приехала окрыленной. И этот конкурс, во-первых, дал мне понимание того, что 14 лет назад я сделала правильный выбор, выбрав профессию учителя и придя работать в школе. Второе – это вот как раз понимание того, что я хороший учитель. Дети меня понимают, детям со мной комфортно, мне с детьми очень комфортно. У Ларисы Сергеевны проходит практику Юлия Гусева, студентка ЧГУ. Ее уроки детям даются настолько легко, настолько это интересно. Дети принимают участие в играх. Также способы подачи информации, множество от видеороликов до игр, до сочинения стихов. Помогать будущим коллегам, любить своих учеников и постоянно совершенствоваться. Кажется, вот он, рецепт лучшего учителя. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Арена Гавелян, Республика.